Ну вот, маньяк опять в ручье. Опять он приближается к нему. Мега-маньяк, да. Зачковал. Да не, ну по прокатанной. Так все могут. Вранглер, вот он. Сегодня не газует. Раньше он газовал, здесь расширители оставлял, да, то есть. Бережет, а что? А, он дизельный у него. 2.8. Оп, блокировочка. А знаешь, почему не поехал? Потому что надо было брать не это, низкопрофильную СТ-шку. Дабы она поехала. Что-то включил, все, что можно. Все блоки. А он не спущенный. Что значит не спущенные колеса? Сейчас, подожди, что-то хабы как-то. Перекачаны? Конечно. Да нет, спустись назад, да, с разгона выедешь, что ты, блин, это. С разгона, вот да. Три метра назад, с места ты не поедешь, даже, блин, Русь не едет с места. Я вообще, блин, это... У меня жена, когда смотрит видео в Ютубе, прозревает, говорит, слушай, а что ты приезжаешь после покатухи, блин, и без синяков? Ну, если там так пацанов, наверное... Можно еще? Метр еще. Хорош. Хорош. А теперь Коктухим, как называется, Карпата. Еще раз. Так, может, поехали на ручей? Так тут по ручью надо сразу ехать. Нет. Так может это, мы поехали туда, они тут здесь развлекают. Еще можно. Еще метр, да. А я думал, только у меня в Ниве что-то скрипит. Еще, еще. Хорош. Хорош. Ты на первой? На первой? На второй давай. Зимний режим или автоматы. Отойди, Валера. Ты закрыл тазом, закрыл машину. Натяжку режим надо. Включай. Как раз самое то. Метр еще. Хорош. Стой, стой, стой. Что значит не спущенные колеса? На спущенные бы заехал вообще без напряга. А не. Все, сдался. Поляки ехали, это, меня подобрали. Вот, 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 вот. Сейчас китайский автопром. Китайский автопром очень дерзкий. Блин. А попробуй направо, вдруг получится. Да не, не надо, едь прямо, они. Едь прямо, едь прямо. Да у тебя такой шанс. Нет, давай. Блин, провокатор в красной Панаме. Так, ну тут серьезный человек сейчас. Валера, уйди, ты все время тазом закрываешь камеру. Вот V8, блин, решаешь. Дает фору всем, блин. Какое? Это в болото не ездит, а здесь он зажигает. Да он торф любит просто, и он даже не помыл машину. Да, я видел, как катали, что мне не понравилось. Не понравилось. Понятно, что не понравилось? Ты снег копал, а мы катались. Виталя смотрит на Валеру. Прямо давай. Одни УАЗы. Это самая реальная машина, потому что... А, еще можно. О, заводы рулят. Диагонал. Хорошо так копанулось. Колеса не спущены практически. Еще раз вперед и туда вот. Мне кажется, с поворотика она бы лучше так.
сейчас завалишь дерево. Корми его. Давай, я снимаю. На, стой, Тош. Я снимаю. Тош, держи. Подожди, я сниму. А то? Подаешь фотоаппарат. У тебя дедушка на фотоаппаратной фабрике работает. Да подожди. Традиционно. Мандавошки, проверка на блоке. Стой, стой, стой. Ты что, ты что, мы тут пока. Иду. Чуть назад, 4 метра. Молоко ли это? Террористы. О, Леша! О! Леша! Заглушите Митсубиши там! Леша, деф ты так не продашь. Да накупят резины, дефов. А ездить не накупят. Давай, самурай, давай! Хорошая артикуляция, все, что надо. Влево, руль, влево, влево, влево. Да, если мы видео нормально. Да нет. У тебя 41 мегапиксель. У тебя же лучше должно снимать, да, чем вот у меня. О, все. Ну как? Я приближение сделал. Смотри. А, приближение. О, а если, смотри, твой зум сделать и мой зум, да, то, блин, у нас будет как? Можно это посчитать зубья в передней главной паре, да? Совсем чуть-чуть, 10 сантиметров. Хорош! Я на бобровую яму уже не осталось батарейки. Представляешь, кранты батарейки. Крепаты, о, блин, люди загружены. Из-за рюкзаков тяжело было. Вот Нива, запуск Нивы. Нива 3D только заводится. О, завелась. Мальчик, отойди от машины. Куда-то не туда. На этот снимай. Выключай. Фотку сделай, фотку. Фотку сделай. Валера, только ходом. Валера, только ходом, так не выскочишь. Я с разгона заскочил. Фотку сделать. Снизу присядь.
Стой, 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 стой. Давай я лебедкой подтяну. Там уже накопал уже все. Колесо спустило полностью, да, наверное, пробил. Ну или что-то там. И звук, типа, что воздух выходит. Палочка. За нее спускает. Скажи, Валера, как ты мог проехать? Там глубоко было. О, а где ж твои кингстоны? Там не работает что-то. А что там так глубоко? Я посмотрел. А потом Валера говорит, как он проезжает. По-сухому. Завоняло, да? О, вот с кондиционера. С кондиционера течет конденсат с Валериного. Не для левой ноги, который кондиционер. Это шикарная машина. Ты понял, что Валера в сапогах ездит? Вот этот кондиционер. Блин, у тебя так много. А, так ты ж кондиционерщик. Вот хайджек чей-то. Какой-то знакомый хайджек. Ага. Я вижу. Вот, красная торпеда, очень шикарная машина. Видео назовем «Шикарная Нива с кондиционером». Еще 5 литров, 10 литров. А, вот ты застрял из-за этого, да. Тяжелая машина. А, ты что думаешь? Спасибо. Что за херня? Что вы собрались? Финишировал. Все, папа, Паша первый. Вот он, победитель!
ладно. Спускайтесь. Вытаскивать будете. Вытащил ли? Только что в дерево его упер. Да. Сейчас перевернет. Он тоже в лагерь? Кошка бросила котят. Мы с ним хотя.